21 октября Международный центр иностранных языков ILTC в 21 раз отметил свой день рождения. Это добрая традиция, которая каждый год мы отмечаем 1 октября, день рождения школы. Каждый год мы стараемся как-то по-особенному встретить наш день рождения. Мы готовим очень много сюрпризов для наших студентов. Каждый год хотим сделать что-то полезное, какое-то доброе, хорошее дело для нашего города. И вот сегодня мы идем в детские сады, и мы будем рисовать на детских площадках развивательные игры для детей. Мы обратились в 5 садиков, которые находятся рядом с ILTC, и подарили им игру. Эта игра выглядит как настольная игра, но рисовали мы ее нашим же коллективом ILTC красками на асфальте. Были разработаны правила игры, условия игры и вопросы на каждый квадратик. Базовым способом в процессе обучения в ILTC является коммуникативный подход, гармонично развивающий все основные языковые навыки. ILTC – это квалифицированный преподавательский состав. В центре работают дипломированные учителя из Молдовы, регулярно стажирующиеся за рубежом, а также иностранные преподаватели. Все эти годы ILTC развивалось как инновационное учреждение. Мы были первыми, кто внедрил коммуникативную методику преподавания. Еще мы всегда понимали, что наша успешность напрямую зависит от успехов наших студентов. Если они достигают своих целей, становимся успешнее и мы. Признаюсь честно, у меня проблемы с английским языком есть. Поэтому в этом году я, отучив более-менее английский, пришел учить румынский язык у вас для того, чтобы чувствовать себя комфортно в той среде, в которой я живу. Мне очень легко учиться в ILTC, мне очень нравится формат преподавания, он очень легкий, он не напрягает. Плюс, каким-то образом получается, что я не делаю домашнее задание. Потому что я успеваю сориентироваться прямо на месте. I love the atmosphere. It's very energetic and positive. The methods that ILTC uses are incredible. I really enjoy working here. Школа nostra e plină de culori și aceasta caracterizează metodele noastre, multicolore. I do know that here everyone is crazy about making every class as interesting as possible. I just hope everyone can see how much we love ILTC, how much work we put into the school and the students. And I hope everyone can feel that. Центр ориентирован на все возрастные категории. В школу приходят не только учиться, но и общаться на иностранном языке. Клубная система обучения предполагает неформальное общение студентов, что помогает максимально эффективно снять языковые и культурные барьеры. Мне нравится учиться на английском на ILTC, потому что сегодня есть такие дети минунати, профессори сам приятельной. Есть un loc frumos, amenajat pe placul copiilor și ar trebui mai mulți copii să vină aici. Este o școală foarte interesantă și, într-adevăr, avem succes. В этой школе я познакомилась с новыми людьми, с которыми очень интересно общаться. Очень профессиональные преподаватели. Лекции sunt foarte productive. Învățăm într-un timp scurt destul de multe și chiar ajută. Adică nu se compară cu pregătirea pe care o facem noi la școală. Когда сюда пришел, я сначала не очень был рад моему английскому. Я сам почувствовал, насколько я его плохо знал. А сейчас я могу говорить свободно. Мне ușор să învăț pentru că modul de predare este foarte receptiv pentru noi. De aia mulți adolescenți aleg ILTC. ILTC m-a făcut să mă îndrăgostesc treptat tot mai mult și mai mult și de școală și de profesor și de atitudinea lor față de noi. ILTC уроки проходят очень оживленно, очень интересно. Преподаватели используют очень интересные программы. Если есть желание, то однозначно выучишь быстро, эффективно и правильно язык. Пожелание, чтобы мы добивались колоссальных успехов, чтобы мы развивались, чтобы мы не стояли на месте, чтобы мы были успешными во всем. Я хочу, чтобы у вас появился большой, огромный, трехэтажный дом здоровенный, чтобы он был забит кабинетами, чтобы там учились половина нашего города, хотела к вам учиться. Să primești în continuare mulți copii. Le urez încă 21 de ani plin de prosperi și profesori așa de buni. Happy birthday, ILTC!